Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня мы с вами будем покупать комплект, который называется Самум. Это рубрика без доната, поэтому, ребят, набираем 1000 лайков и выходит у нас следующий видеоролик. Погнали! Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Также, если вы хотите выиграть 50 тысяч кристаллов, подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видео. И пишите комментарий со своим ником. Что ж, будем, опять же, как я и повторился ранее, покупать комплект Самум. Блин, если честно, я уже вот в последнее время не знал, что себе приобрести. То ли кабана, то ли Самум. То есть Гром, он сам по себе как бы очень хороший. У него есть сплэш урон и именно в ПВП битвах он будет довольно-таки неплохим. Но тут же опять у нас встает, так сказать, втыкается нам в ребро. И еще один факт, то что Гром имеет сплэш урон. И сплэшит он сам себя довольно-таки неплохо. Поэтому я, блин, вот не знаю, что я хотел покупать, но у меня по факту выбора особого-то и нету. У меня, конечно, есть выбор купить комплект Стингер, блин, и ездить по карте и всех лечить, но нет, и это уже, извините, это не по мне, как я говорил, с Изида я играть совершенно не умею. Ладно, харе тараторить, покупаем комплект. Кстати, еще пару слов скажу. Комплект очень офигенный, очень стоящий, потому что здесь идет по факту очень дешманская краска, и ты не тратишь лишние кристаллы за эту краску. Потому что, посмотрите, допустим, комплект аннигилятор, да, который я хотел купить, я просто его обожаю, и краска атом стоит 150 тысяч. Ну, блин, она, конечно, красивая, я не спорю, но платить нам без доната за краску, это, знаете, такое себе удовольствие, не очень хочется. Так, ладно, харе трындеть и бдыщ, ебой. Так, я тебя понял. Танки онлайн, лагальки онлайн. Я тебя услышал. Кстати, здесь у меня есть офигительный модуль. Это Кодиак, Рельса, Гром и Фриз. Фризов на полигоне очень много. Гром будет как раз таки меня не бесить. Мой же Гром, я имею в виду, моим же сплэш уроном. Ну и рельса — это такой, знаете, дополнительный бонус. Конечно, на полигончике их встречается немного, но все-таки раз в пятилетку встречается. Но по факту здесь два самых главных резиста. Это от Фриза и от Грома. То есть от Грома это он мне самому нужен, чтобы мне не сдыхать от своих выстрелов довольно-таки быстро. Ну а Фризы встречаются на таких полигончиках очень часто. Ладно, сейчас, ребята, я пойду его тестировать в битве где-то примерно на 400 минут. Но после того, как я его протестирую в этой битве, я уже, ребята, вам скажу свое мнение. То есть у нас будет такой полноценный тест, я на нем от души наиграюсь, поиграю, а потом уже вам скажу, как он из себя и что он из себя представляет. Ну и, конечно, вы посмотрите, сколько я наберу опыта и заработаю кристаллов, играя в этой катке. Погнали! Так, ну что ж, ребята, вот мы, в общем-то, и переместились на тест того самого комплекта. Кстати, со мной сегодня будет еще Хоик в конференции, поздоровайся. Всем привет, ребят. Вот, я, короче, пока, ребят, тестировал этот комплектик, в принципе, к нам еще подошел Хованский. В общем-то, на тест этого комплекта у меня ушло, ребят, 7 часов, то есть 7 полноценных часов я уделил, чтобы охереть, как прям просто вот, знаете, от А до Я изучить этот комплект и вам высказать все свое мнение, тащит ли он, стоит ли его покупать и нужно ли это вообще делать. В общем-то, смотрите, я набрал 21 тысячу опыта, причем что чувак на втором и на третьем месте играет, ребят, со мной в этой катке с самого начала. То есть они играют со мной также с самого начала, играют 7 часов, и я их обгоняю, ну, мать его, практически на 10 тысяч опыта, и это, мне кажется, уже огромный таки сильный показатель, который вам однозначно как бы дает понять, что комплект стоящий, то есть его однозначно стоит покупать. И у меня, кстати, по поводу вчерашнего видеоролика сразу вообще отходят любые вопросы к Лимону, у которого я, типа, я спрашивал, да откуда, как он это так опыт набирает? Все, ребята, оказывается намного проще, чем я думал. С М2 вооружением, когда ты катаешься, то есть тебе настолько можно изи играть. То есть, ребята, если бы я в этой катке потел,
Я вам отвечаю, у меня бы было и круче УП, я бы и больше опыта набрал. Я в этой катке играл, ну просто вообще, настолько максимально расслабленный. То есть эти 7 часов для меня настолько быстро пролетели. То есть, к слову, если вчера я там как-то потел, набирал, где-то там еще парился, то сегодня я, в принципе, играл, так знаете, одной ручкой, смотрел, чат в большей степени читал на стриме, когда мы этот комплект там тестировали. Знаете, потом пошел покушать. Ушел, еще что-то сделал, то есть я играл вообще на расслабоне, то есть, ну, можно сказать, на отшибись. О, у нас еще, тем не менее, голдик один, нормальная такая тема. Так, давайте голдик мы тоже попытаемся словить, он у нас будет возле, где, возле домика. Так, я увидел. В принципе, мы здесь, ребята, и так уже затащим, поэтому можно себе позволить немножко покататься за эти самыми голдами, что будет тоже довольно-таки неплохо. Так, Изида везет меня в фантоме. Так, я надеюсь, ты меня не будешь бить. Если ты меня будешь бить... Ах, шакалидзе саная, просто шакаленок сраный, саный выблюденок. Зачем ты меня бил, я вообще не понимаю. Хотя, в принципе, я бы там уже тоже и не успел до этого голда, поэтому, в общем-то, грубо говоря, вообще насрать, что там было, что-то происходило на этом голде. Но, тем не менее, у нас уже было на этой карте порядка 6, 7 или 8 голдов. Ну и опять же, приятный бонус в этом комплекте заключается в корпусе. То есть это диктатор. Диктатор — это у нас самый высокий корпус в игре. И на нем у нас в большинстве своем ребята ловят голды. И это у нас не было исключением. То есть именно на этом корпусе мне удалось в режиме ББП, то есть это режим без нарки, без ничего, на стриме, ребята, то, что я как бы стримлю, то, что я стримил, мне удалось отжать каким-то невероятным способом 2 голда. То есть это очень круто. Обычно такое на трансляциях вообще не удается сделать ни с одним корпусом, но, в принципе, вот с диктатором это сделать тоже довольно-таки по лайту. Что у нас по резистам? Резисты очень тоже подходящие. То есть здесь есть резист самый главный от грома. Он 25%, ребята. Почему он самый главный? Потому что единственный враг на карте у вас есть... Это вы же сам. То есть вы, ребята, для себя самый единственный и главный враг. То есть вам нужно не допускать сплэш урона. То есть вам не нужно подпускать к себе людей, чтобы они об вас, так сказать, терлись, вы себя дамажили. Потому что урон у грома М2, дай боже, просто вообще отличный. И плюс ко всему, опять же... Тот самый резист, который есть, даже если вы там подпустите к себе какого-нибудь танчика, урон будет не настолько кусающим, а как раз таки от резистов 25%. То есть 25% очень хорошо ощущается. Также здесь есть замечательный бонус от фриза. А как вы знаете, ребята, фриз у нас появляется в комплекте Сибиряк, плюс есть там комплект вроде бы Хорнета, фриз еще, я не помню, как он называется. И, в общем-то, фриз сам М2 у нас открывается на 5-м воронте. То есть, этой пушки в таких катках, ну, достаточно много. И резист как раз-таки от того же самого фриза, он очень спасает. Вот, от рельсы, конечно, это дело такое, но, как говорится, лучше у себя в модуле всегда иметь резист от рельсы, потому что это дело непредсказуемое. Рельсоводы у нас могут зайти абсолютно в любую катку, и если хотя бы будет один рельсоводик на карте, он будет, так сказать, доставлять тебе просто жуткое неудобство всю оставшуюся битву. Потому что, как бы, перезарядку рельсы, я бы не сказал, что она очень долгая, урон у нее, дай боже, и как бы будет подбешивать вас. А с этим резистом можно, в принципе, на нее хер вообще забить. Вот, смотрите, у нас сейчас какой фон был. 1-1-1-1-1-1. То есть было 6 единичек фонд. Нормальный такой. Я даже этот момент увидел, ну, практически там увидел. Я не знаю, были ли именно все там, все единички, но там практически все было. В конце там какая-то двойка или четверка была. Не помню же на фондике, может потом, ребята, в записи это все дело перемотать и написать в комментариях, было ли там эти самые 6 однерок. Вот, что по битве хочется сказать. По битве, в принципе, тоже все происходит довольно-таки изи.
Мы как бы играем, команда, которая играет против нас, там заходили те же самые чуваки, он катаются, ребят, с изидами вторыми, заходили, в общем-то, на фризах М2-х. Вот, и, в общем-то, прелесть заключается в том, что такие челики, когда стоят, и если у тебя команда грамотная, ты можешь просто вот так, ребят, где-то с краю стоять. А, извините, Гром М2, он накидывает, и накидывает довольно-таки неплохо. Ты можешь просто стоять и всех сливать с точки. Абсолютно никто практически не успевает там выдержать буквально больше 10 секунд. Как бы ты его на изичах можешь сливать просто как нехер делать. Но твои тиммейты в это время начинают довольно-таки неплохо захватывать точку. Вот там, может быть, кто-то из вас задастся вопросом, ну ты же, блин, на точку не едешь, ты же получаешь довольно-таки мало опыта, если, допустим, вся вражеская команда ездит на точку. Нет, здесь, опять же, ребята, плюс появляется у сплэш урона. То есть, если вы кидаете с грома, кидаете по центру, в это, так сказать, мясо, вы выдаете просто такие тысячи урона, и опыт будет фармиться, дай боже. То есть опыт, ребята, настолько будет сильно фармиться, что вам практически даже не нужно ехать на точку. Ну, с чем мне вам говорить? То есть сравните меня и второе место, сравните третье место. То есть эти два чувака, они играют со мной с самого начала, но опыта у них намного-намного меньше. То есть здесь как бы дураку понятно, что комплект очень стоящий. Я на самом деле не знаю, как бы я играл с кабаном, но то, что был у нас доступен именно в этот день комплект самому, я даже обрадовался, если честно, больше, чем комплекту кабано. То есть больше кабану, больше я обрадовался самому, чем кабану. Потому что в натуре я как бы громик себе хотел, но такое. Вот, плюс ко всему про краску я сказал, она в этом комплекте очень дешманская, и вы абсолютно никаких практически кристаллов за нее не переплачиваете. Там, допустим, есть комплект аннигилятор, я его сперва хотел себе прикупить, потом посмотрел там на краску, посмотрел на ее стоимость, даже с учетом 50% скидки, как бы это говно стоит довольно-таки дорого, и покупать его никакого вообще смысла нету, ты потратишь только лишние как бы кристаллы на абсолютно бесполезную и беспонтовую краску Атом, ну, которая тебе нахер по сути не нужна. То есть я так посмотрел, лучше я куплю себе самума, вот, а потом в будущем. То есть я сейчас, ребята, кстати, следующий комплект буду покупать с тяжелым корпусом, я вам сразу предупреждаю, вот, с тяжелым корпусиком я буду покупать комплект, и будет там Твинс. Вот. А название Майори я себе хочу уже взять отдельно. Викинг М2. Я так думаю, мне получится все-таки урвать ее с какой-нибудь скидкой в 50%. Это будет просто вообще перфектио белиссимо. Вот, к сожалению, сегодня, ребята, у меня не выпала премка в заданиях. И я играю эту катку без прем-аккаунта. Но, в общем-то, 7 часов. Фонд у нас 112 тысяч кристаллов. Остается у нас 10 минут до конца битвы. И сейчас посмотрим, сколько я отхвачу и получу в этой катке. В принципе, я на первом месте, отрываюсь от второго довольно-таки намного опыта. И 18 и 18. Практически, ребята, 40 тысяч я получил с этой катки. Просто вообще изи. То есть, смотрите, я недавно себе купил комплект, у меня уже практически 100 тысяч кристаллов, а звание младший лейтенант. Просто вообще изи-пизи лемон сквизи. Вот, соответственно, ребята, кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте за него лайк, также подписочку на канал и нажимайте на колокольчик. Ну, а с вами был Вайдер Хувик, всем пока-пока! Всем пока!